Меня многие просили, чтобы я показывала, как монтировать видео с Тари. Поэтому это видео для тех, у кого айфоны. А те, кто хотят такие эффекты на Android, ссылочка будет в описании. Обычное слово «мо». Мне все нравится, теперь сохраняем как частное. Нажимаем «Продолжить». Кто может видеть личное и пост. А теперь можно приступать. Заходим в Video Star, нажимаем на плюсик, редактировать видео, видео и добавляем наше видео. Вот оно. Можно увеличить наше видео и подстроить. Нажимаем сотворить видео. Теперь разрежем наше видео в нужных местах. Я разрежу здесь, нажимаем редактировать, быстрая сплит-сцена, разбить. И вот здесь, редактировать, быстрая сплит-сцена, разбить. И вот здесь тоже, нажимаю редактировать, быстрая сплит-сцена, разбить. И вот здесь, нажимаем редактировать, быстрая сплит-сцена, разбить. И вот здесь нажимаем редактировать, быстрая сплит-сцена, разбить. И вот здесь давайте. Нажимаем редактировать, быстрая сплит-сцена, разбить. И теперь выбираем один кусочек, нажимаем действие перекроить клип. И ищем эффект wiggle. Вот он. Теперь нажимаем быстрый эффект. Давайте посмотрим, какой эффект у нас получился. Вау, получилось очень прикольно. Теперь давайте наложим этот эффект wiggle еще и вот сюда. Нажимаем действие, перекроить клип и нажимаем быстрый эффект. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. И давайте
наложим этот эффект wiggle и еще вот сюда. Нажимаем действие, перекроить клип и нажимаем быстрый эффект. А с помощью вот этого ползунка можно настроить. Опускаем вниз, эффект исчезает, поднимаем наверх, он очень сильно трусится. Но я люблю, когда эффект посерединке. А можно нажать перекроить и подстраивать. Вот так. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто, мне нравится. А теперь давайте сделаем шейк. Вот здесь выделяем этот кусочек, нажимаем действие, многослойный клип, нажимаем на единичку, добавляем наше видео, на QR-код, импорт и нажимаем да. И выбираем любой шейк. Я выберу шейк 3, нажимаем да. Мне он нравится, поэтому я нажимаю «Создать» и нажимаю «Да». Давайте посмотрим. Вот здесь я хочу сделать шейк. Нажимаем «Действие», «Многослойный клип». Нажимаем на единичку, добавляем наше видео. Нажимаем на QR-код, «Импорт» и «Да». И теперь добавляем другой шейк. Я выберу шейк 1. Нажимаем «Да». Ок. Нажимаем «Создать» и нажимаем «Да». Давайте посмотрим. Вау, получилось очень прикольно. Давайте сделаем шейк еще здесь. Выделяем этот кусочек, нажимаем «Действие», «Многослойный клип». Нажимаем на единичку, добавляем наше видео, на QR-код, импорт и нажимаем «Да». И теперь выберем другой шейк. Я выберу шейк 7. Вот он. Нажимаем «Ок». Ок. Нажимаем «Создать» и нажимаем «Да». Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, последний шейк очень крутой. Мне нравится. Если вам тоже все нравится, то нажимаем на крестик и на стрелочку «Сохранить в альбом». Подождем, пока наше видео экспортируется. А как сделать лучи, я рассказывала в прошлых моих видео. Ссылочка будет на это видео в описании. Все, наше видео сохранилось. Продолжай в том же духе. От меня огромное!